Доброго времени суток, уважаемые зрители, меня зовут Артур, вы находитесь на канале «Как заработать в интернете», и сегодня я вам расскажу о 5 сайтах, где можно зарабатывать деньги без вложений, и с этим делом справится даже новичок, у которого нет опыта, вы сможете заработать здесь первые свои деньги. Будет 5 сайтов, выбирайте, что вам нравится, все ссылочки находятся в описании под видео. Если же вам мало этих 5 сайтов, у меня есть еще больше. Я создал вот такой вот онлайн-документ, где находятся все проекты, в которых я зарабатываю. В самом верху находятся инвестиционные проекты, где нужно вкладывать деньги и их приумножать. Чуть ниже находится то, что нам нужно, заработок без вложений. И здесь сайтов 30-40, так что вам будет где заработать. Ну что ж, ребята, переходим к первому проекту. Он называется SEOfast, это у нас Books, работает 5 лет 7 месяцев, и здесь очень много людей зарабатывают деньги, более 1,5 миллиона человек. Что нам здесь нужно делать и сколько будут платить? Просматриваем сайты, секунд по 30-40, платят денежку. Смотрим видеоролики на YouTube, за это платят деньги. Делаем репост, добавляемся в друзья, и также за это платят нам денежки. На любом сайте нужно проходить регистрацию, поэтому ссылочка находится в описании. Регистрируйтесь первым делом и далее входим в личный кабинет. Мы попадаем в личный кабинет, и здесь первый раздел называется серфинг. Он как раз таки для новичков, которые еще ничего не делали в интернете. Переходим вот здесь на сайт, смотрим его от секунд 30-40, и за это получаем по 3, по 2, по 5 копеек, и эти деньги вы сможете уже вывести. Далее, что я советую более опытным ребятам, которые уже хоть что-то делали, это переходить в раздел задания. Мы выбираем категорию, здесь смотрите, что вам нравится, допустим, только регистрация. Нажимаем выбрать, и нам показывается список сайтов, где можно проходить регистрации и сколько нам платят. Смотрим, 4 рубля, рубль, 3 рубля, 3 рубля. Это за простую регистрацию, таких сайтов здесь очень много. Листаем вниз и регистрируемся и получаем денежки. Далее переходим к следующему сайту, он называется LotZone. Это у нас бесплатная лотерея. Угадываем числа, получаем за это деньги. Как видим, на сайте размещено очень много рекламы, как раз за это он получает денежку и делится с нами. Зарегистрироваться здесь вы можете с помощью социальной сети, либо же вашей почты. Справа вверху отображается баланс, он делится на два типа. Первый – это валюта вашей страны, далее баллы, которые вы можете также обменивать на деньги, либо же призы. Выбираем здесь абсолютно разные числа, которые вам нравятся, их 6 штук, нажимаем «Подтвердить». Таких вот лотерей, как видим, несколько, выбираем на каждой. И спустя 24 часа вам будут показаны результаты, и вы узнаете, заработали вы или нет. Шанс выиграть здесь достаточно неплохой. Есть абсолютно разные суммы, все зависит от того, сколько чисел вы угадали. Так что пробуйте, может вам повезет и выиграете приличную сумму. Также внизу есть моментальный шанс. Нажимайте «Играть», получайте дополнительную возможность попробовать приумножить деньжат. Теперь переходим к следующему сайту, он называется VK Storm. Здесь мы зарабатываем только на нашей страничке ВКонтакте. Думаю, сейчас у каждого есть страничка ВКонтакте, так что на ней можно зарабатывать денежки. За простую регистрацию мы уже получаем 25 поинтов. После регистрации мы, как всегда, попадаем в наш личный кабинет. Справа у нас отображается баланс, у меня почти 30 тысяч поинтов. Также в рублях есть еще 623 рубля. Что нам здесь нужно делать? Добавляться в друзья, делать репосты, и за все это мы получаем денежки. Нажимаем на страничку, переходим в группу, вступаем в нее и далее нажимаем «Проверить». И за это мы получаем денежки. Также не забываем получать ежедневный бонус по 10 поинтов. У нас следующий сайт, называется он SurfEarner. И вот как видим, у нас выскакивает такая вверху рекламка, 5 секунд, 4 секунды, и у нас она показывается, за это мы получаем денежки. Все элементарно просто, 1 копеечка. Мы ничего не делали, как видим, объявление показалось, и нам за это капает денежка. Сайт очень популярный, здесь много ребят зарабатывают денежки, причем приличные, на полном пассивчике. Что вам нужно сделать? Это единоразово установить расширение для вашего браузера, и вам периодически будет показываться рекламка, за которую будет капать денежка. После регистрации мы попадаем в личный кабинет. Вот здесь у нас отображается баланс, видим 192 рубля. Справа можем сразу получить бонус. Вверху нам нужно нажать на кнопочку «Установить расширение». Если у вас Google Chrome, вот здесь вот выбираем, нажимаем «Установить». После установки у нас справа будет вот такой вот значок. Здесь нажимаем «Включить», и нам будет показываться постепенно новая рекламка. Следующий сайт для заработка деньжат у нас называется FreeBitcoin. Здесь мы зарабатываем на криптовалюте, которая называется Bitcoin. Она постоянно растет в цене. Собираем немного сатошиков, и спустя время это будет стоить неплохие деньги.
Если же у вас нет кошелька для криптовалюты, я оставлю ссылочку, где можно зарегистрировать. Здесь будете зарабатывать, и туда будет капать денежка. Каким образом происходит заработок? Все элементарно просто. Вот здесь вводим капчу, нажимаем на кнопочку Roll, выпадает число, и мы получаем наши сатошики. С помощью данного сервиса я каждую неделю как минимум получаю по несколько долларов. Так что, ребята, все ссылочки находятся в описании под видео. Переходите, зарабатывайте. Если данное видео вам было интересным, полезным, обязательно поддержите его пальцем вверх. И если не сложно, поделитесь данным видео со своими друзьями, пускай они не играют в игрушки, а зарабатывают денежки. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, если вы этого ранее еще не сделали. Нажимайте на колокольчик и будете узнавать первое о выходе моего нового видео. Успешных вам заработков и до скорых встреч в следующих видеороликах.